8 сентября в здании районной администрации состоялось оперативное совещание с участием руководителей управлений и ведомств. На повестке дня стояли такие вопросы, как старт нового учебного года на территории округа, затронули вопрос прививок от гриппа, которые можно сделать бесплатно в поликлинике или местных ФАПах. Наш округ будет выделен в пределах 22 тысяч доз от гриппа, это примерно 60% населения нашего округа. Должны нас предупредить обязательно учителям, медики, ну и как бы советуем всем, как только будет прививка в администрации, конечно, покажу первый население, как будут принимать прививку. У нас сегодня в этом году немножко другой штамп, и сегодня советуем всем прививку пройти. Также в числе волнующих тем были вопросы, касающиеся начала отопительного сезона и уборки сельхозпродукции на территории округа. Сегодня идет уборка. Наш район самый сельскохозяйственный в Московской области. Рекорд за всю историю Зарайского округа. В этом году при 87% убранного урожая, мы надеемся, что это будет в пределах где-то, наверное, 28, может быть, подберемся ближе к 30% волокон всей Московской области. Людмила Смирнова, Герман Беляев, Константин Куянов, студия КВАН, Зарайское кабельное телевидение.